Я появился на пляже. Осмотрев карту, я увидел то, что я оказался на каком-то острове. И в планах у меня было осмотреть эту территорию, чтобы найти местных жителей. И тут я наткнулся на один интересный домик. Майонез, иди в саку. Первое время я был в замешательстве. Я не знал, что ему ответить и о каком майонезе идет речь. Какой майонез? Вы о чем? Алой. Не майонез? Нет. Ты, значит, ты клоун просто. Че ты под хатой бегаешь? Почему клоун? Я пришел с вами поздоровался, я только заспавнился. Я услышал, вы в доме топаете. Думаю, дай поздороваюсь с ребятами, которые тут живут. Почему бы и нет? Чтобы не раскрывать свою личность, я притворился новичком и попросил их научить меня играть. Подожди, короче, принесешь серый, я тогда... Косарь серый. За что косарь серый? Я тебе дам тогда металла. Мне косарь серый нужно просто. Окей, нафармишь? Кирочку можешь дать? Я принесу косарь серый. Буквально через 5 минут. У тебя сейчас даже железную дадим. О, это по моей теме, да. Мне кажется, что они меня убьют. Я буду возвращать тебя. Идем, пойдем. Пойдем. Подожди, сюда. Я тебе предоплату дам. Предоплата. Когда они мне скинули металл, я им полностью доверился, ведь зачем им меня убивать, если они мне дают ресурсы? Как хочешь тебя обладать? Не убивай, не убивай, не убивай. Они какие-то агрессивные, за что они убили бомжа? Давайте пати. Мне страшно. А за что ты убил того бомжа? Возьми, пожалуйста, все. И камень, и железо, и хело. А сколько у вас часов? Там еще железный камень. Полтора. Ого. А у меня 100 часов, и то я все время бегал, фармил, потому что меня убивают постоянно, мне надоело. И вот я к вам пришел. А так я могу, в принципе, за еду фармить, то есть... Много фармить за еду. Короче, ты сейчас фармишь этот камень и тот... А, ты сейчас... А вы хорошо стреляете? Типа, если я построюсь возле вас, вы защитить сможете? А я буду фармить вам. Да, защитим. Что-то мне кажется, они меня сейчас хорошо защитят. И вот, зафармив все камушки, которые я видел, мы отправились в сторону их дома, чтобы скинуться. И как мне показалось на этот момент, эти ребята были довольно неплохие. Вот, зафарми вот этот камень еще. Окей. В этот момент мне стало действительно грустно. Ведь я даже не собирался ничего плохого им делать. Я хотел просто им помочь. И они поступили со мной таким образом. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Вас ждет интересная история под названием «Предатели. Новая история». Мне нужно было любой ценой добраться до этого острова и отомстить моим обидчикам. По пути я собирал абсолютно все ресурсы, ведь мне нужно было хотя бы какое-то оружие. А еще в ролике спрятано секретное слово, и тот, кто его первый найдет, получит беспроводную мышь Logitech G Pro. Наконец, я нашел заветный кустик, пофармил немного дерева и скрафтил лук, и был готов возвращаться на этот остров. На, Канидула, покушай. И мы с тобой пойдем разбираться с типами. Хорош. Hello. You wanna be my slave right now? Hey, you. Naked. Yeah, man. Yeah, man. Right now we are a good team. Пока я переплывал через реку, мой раб от меня сбежал. Да, это было довольно печально. Тем временем я уже добрался до этого острова, и я не знал, что меня будет ждать на нем. Так ты фармила. И тут я отжал первое оружие и первые ресурсы, на которые я мог построить домик. Но мне повезло, строить его не пришлось, так как тут стоял готовый. Пока тут все засейвлено. И конечно же, недолго думая, я побежал к моим обидчикам, к тем самым школьникам. О, а это тот шкильник был. Куда это ты собрался, чупапи? Так, ну этих я наказал, но меня другой убил. Ничего страшного. Сейчас разберемся.
Я так полагаю, на этом острове есть какой-то большой клан, который бегает здесь. То, что я потерял питон, меня ни капли не расстроило. Я появился на спальнике, побежал фармить бочки, ведь мне нужно было поставить хоть какую-то дверь. И чтобы обороняться, мне пришлось скрафтить чирку. И не поверите, она мне ой-ой-ой как пригодилась. God damn! Я переработал абсолютно все компоненты того милого хазматчика, который поделился со мной ими, и побежал в сторону дома, ведь у меня появилась железная дверь. И не поверите, я был прав. На этом острове жил огромный клан. Супер, дом готов. И лут засейвлен. Это уже радует. И угадайте, куда я пошел? Правильно, к тем школьникам, которые меня предали. А я у вас тут кукурузу пособираю. Вы не против? Говорю, кукурузу тут пособираю, вы не против? Тебе на ум щитами играется? Тебе на ум щитами играется. А ты знаешь, за что я по тебе стреляю? Этого могло и не быть, понимаешь? Вряд ли я к ним смогу попасть на крышу. Давай спайдер наш. А этого могло и не быть. У тебя 100 часов, клоун, боже, ты отлетишь, блядь. У тебя 100 часов, какие 100 часов? Вот этого, что сейчас происходит, могло и не быть, если бы твой друг не стрельнул мне в лицо. Какой друг? Твой. Теперь знаешь что? Отдыхай. Клоун, мы твою хату найдем, зарейдим тебя, блядь. У нас сера есть. На твою конченую хату 2 на 2 деревянную. Я сейчас прям перед вами построюсь, не переживай. Прям у вас на горе. Давай, перестраивайся, блядь. Ну я у вас тут все сломаю, вы не против? Ты хочешь на мужика, да? На мужика хочешь? Давай! Давай! Ну и что? Вот что ты мне теперь скажешь? Ты в антираде сравнил, гений. Я тебе дал хит. Ты в антираде сравнил, гений. Что, нравится тебе, да? Нравится? А бомжей предавать тоже нравится, да? Что мне нравится? Я у них разбил все, что смог разбить, и в этот же момент познакомился с одним бомжиком, который пробегал просто мимо. Ой, привет, сладкий. Здорово, бро. Не стреляй, бро. У тебя вот тут стрела валяется деревянная, прикинь. Ты не с этими, да, чертами в пати? Слушай, а ты мне не дашь одну луковичку за 22 ткани? Я просто слышал питонщика. И стрела. Там справа, типа, можно направо сходить. Пойдем направо. И двое. Понимаем. Иди сюда, прячься, понимаем. Дал хит в СНГ. Убил СНГ. Бро. Он один остался, ласт. Подними, плиз. Я убил его, брат. Бро, поднимай. Да, я убил СНГшника. Поднимаю, брат. Давай, брат. Давай, я этого лутаю, а ты того.
Все, братик, я залутал, уходим. Мы с ним по-дружески разделили весь лут, который выбили, и он покинул этот остров. Ладно, братик, мы погнали тогда, удачи тебе. Давай, если что, пишите, я приду, помогу. Давай, если что, тоже зови. Окей. Грустно, я снова остался один на этом острове, но ничего страшного. Хорошие парни попались. Я нашел твой камень. Спасибо за фарм. Спасибо за фарм, я нашел твой камень, братик. Норм с читами. 100 часов, да? Да, у меня 100 часов. А, так они все с одной пачки получаются. Что за ненормальные бомжи пошли? Почему они все пытаются меня убить? А еще я увидел неподалеку от меня сгнивший домик, и оказалось, что я могу его застроить. Офигеть, тут дом какой классный. Явно покруче, чем мое дерьмецо, которое стоит. Я пособирал все свои ошметки и переехал в этот просторный домик. Мне хотелось поизучать различные предметы и поставить второй верстак, для этого я поплыл в сторону лабы. И наткнулся на пиратов, которые точно хотели чистить нефтянку. Я попытался зарубить его мечом, но что-то пошло не так. Да, потом я взял вторую лодку и попытался снова. И снова не получилось. Зато в этот раз я понял, что эти ребята живут прям возле меня с той самой деревни. Тем временем школьники пытались от меня избавиться путем моего бана. И спамили в чат, чтобы на меня кидали репорты. Друг, мы сейчас, короче, на тебя на Reddit саппортс напишем. И все, я тебя заманю. И что? Клоун. Пиши. Ты можешь хоть 10 раз написать. Кончил? Ты можешь помолчать? Нет. Я жду извинений. Я фармил камни, дружелюбно с вами поговорил, как бы, а вы меня убили. Это не я был, в любом случае. Я не знаю, зачем он тебя убил. Я приду к вам через... Я через 10 минут... Нет, ладно, через 30 минут к вам подойду, если не будет 5000 серы или 4. Я буду дальше вас убивать. И фармить на меня они не собирались. Они подготавливали план, как же меня убить и выселить с этого сервера. Отлично, я теперь могу ревик изучить. Ревик это топ. Отпускать они меня не собирались, поэтому они приходили ко мне снова и пытались меня убить. В шкафу у меня прибавлялось ресурсов, но у меня по-прежнему не хватало скрапа, чтобы изучиться. И тогда я принял решение наведаться к моим соседям, которые жили в огромной деревне. Как только я убил одного клан-геймера, повылазили еще. Их было действительно много. Ах ты, блин. Ого, сколько вас тут, чуваки! Жесть вообще! Ха-ха!
Что я там нафиг сделал? Так я познакомился с клан-геймерами, которые жили прям неподалеку от меня. А еще у меня был план, как выбить с них пушки. Я дождался, когда же они уплывут, и сел к ним под дом ждать, когда кто-нибудь выйдет на улицу. I'm full naked. I'm full naked, блядь, вака, ну не надо, вака. Я ждал их, когда же они приплывут с нефтянки. Очень долго ждал, но они так и не приплыли. И тогда я решил перехватить их прям в воде. А ты кто у нас такой? О, то что надо, братик. У меня появился подводный сет, и это означало только одно, что я могу штурмовать нефтянку. Там начался какой-то движ. Доплыв до нефтянки, я увидел горы трупов и подводного челика. И для него у меня был особый сюрприз – топорик. Браток, ну ты, конечно, не уплывешь уже, все, это габала. Браток! Братишка! Блин, я даже не знаю, что выкинуть. Я слышал, там типа надо уплывать отсюда нафиг. И даже под водой за мной гнался челик, но я смог от него слинять. Фух, вот это я понимаю, конечно. Сходил на риг. Надо фастиком домой лететь. И конечно же свой домик я улучшил и поставил МВК-дверку. А еще у меня появился первый верстак. Короче, я знаю, что мне нужно изучить. Очень срочно. О, рассвет, время собирать дань. Так, ну, как бы уже много времени прошло, я не вижу мою серу. Где моя сера? Меня убили на фарме. Так что, вы хотите дальше со мной воевать или что? Интересно. Так, ладно, у меня есть идея одна. Не знаю, насколько она реализуема. Клан-геймеры с той огромной деревни отправились снова лутать нефтянку. И у меня был план. План перехвата. Я очень долго стоял и ждал, когда какая-нибудь лодка будет проплывать мимо меня. И увидел это. Мне показалось, или сюда кто-то приплыл на лодке? Нет, не показалось. По всей видимости, это им не особо понравилось, и они решили перехватить перехватчика, то есть меня. Офигеть. Все-таки мне не показалось. Ой, бедолаги. Лутали, лутали, потели, зачищали Урика, потом все. Габелла пришла. Сколько? 700 скрапа? Найс, второй верстак приехал. А куда мне все это скидывать? Блин, некуда топсет скинуть. О, какашки лежат. Их надо оставить. Ласты возьму. Место у меня действительно закончилось, поэтому приходилось раскидывать ящики.
А сразу после я отправился в подводные лаборатории, ведь мне нужно было еще нафармить компонентов. Но там уже сидели челики, которые все пролутывали. Давай, давай, иди. Че агрессивный такой? Парсик. Я говорю, иди, иди. Своей куда дорогой. Иди? Я хочу к вам. И знаете, что самое неожиданное могло произойти под водой? Возле меня заспавнилась акула. Чувак, меня сейчас акула съест, чувак! Все же через время в подводную лабораторию я смог попасть и наконец-то полутаться. И как только я полностью забил карманы, я поплыл домой. И по пути я встретил каких-то фармеров. О-хо-хо! Так эти бомжи, то что надо? А у тебя что? Это рыбаки какие-то были. Ну а по приходу домой я наконец-то поставил второй верстак. Пробегая как-то возле деревни, в моей голове появились идеи. А почему бы не залезть к ним на территорию и не посмотреть, можно ли оттуда что-нибудь ёникнуть? Тогда я быстренько сбегал до дома, скрафтил себе лесенки и вернулся к этой территории. Я сейчас тебе в ебучку нахуй с камня дам. Чё, боишься, да? Дурочка ебан. Ля-ля, тут турелей нет. А нет, есть. Халява. Сова убил, блядь. Тебе пиздец нахуй. Завтра приду кланом 30 человек. Пиздец твоей хате, блядь. Осматривая эту территорию, я заглянул в каждое окошко и увидел там слипера. Вау! О май гад! Я знаю, чем я сейчас буду заниматься. Я попытался пробежать мимо турельки, заглянул в каждые печки и даже умудрился встать после того, как турелька меня повалила, и посмотреть, что находится у них в ящиках. Пожалуйста, не подведи меня один раз в жизни. Хорош. Хорош. И скажем так, лута там было достаточно. Вы просто посмотрите, как я круто приоделся. Потом я совершил прыжок веры. Залутал себя снаружи, и Биг Йоник сработал. Оставалось самое простое, посмотреть, что находится у них за окном. И пробурить потолок копьями. Денза фара денза, ла бока де ла кока. А немного позже ко мне присоединился самый опасный фармер на районе. Илья Реухит. Братан, я по тебе скучал. Я по тебе тоже. И вправду, зачем нужны звуки бензопилы, когда есть озвучка от Ильи? Потолки выдалбливать любишь? Я люблю выдалбливать черные потолки такие, знаешь? Я хотел бы тебе показать мой топовый дом. Смотри. Ты думаешь, это моя дверь? А это не моя дверь. Идем за мной. Смотри, это у меня вход. Очень удобно. Мне кажется, ты меня обманываешь. Не, заходи, не бойся. Теперь идем дальше, смотри. Проходим, а тут... Опа, смотри. Видал? Я богат. Ну, это, в принципе, все, что у меня есть. Вот эта дверь, это из ценного в доме. И вы не поверите, как же мне долго пришлось ждать, когда же Илюха сможет выйти с этой двери. Подожди, подожди, не надо, ничего не делай. Все, нам сюда. Играем по стелсу. Ты что застрял? Сейчас, сейчас. Прощай. Сейчас будем вот этот потолок сверху долбить.
Справа и слева турели аккуратно. И тут начался самый интересный контент. Долбежка стенки. Отлично. Вот это мне нравится. О, это тот самый руфкемпер, который с вышки стрелял. Теперь вопрос, как отсюда выбраться? Я разбил у них весь танцпол и увидел то, что потолки у них не МВК, то есть я мог зарейдить этот домик. Ах да, электричество я им тоже отрубил. Оставив здесь Илюху, чтобы он тут полностью все разрушил, я отправился в сторону дома сейвить весь этот лут. Сожди. Тим с питоном залез внутрь. Меня этот пострелил и по крышам бегает. А какой, не понял? Берси Бум Фрейд. Берси? Да, он дверь открыл. Да, это он. Хозяин дома вернулся, прикольно. Ну и конечно же в чатике я поблагодарю хозяина дома за этот чудный сет и коллаж. После чего я сбегал на маяк и переработал абсолютно все мои компоненты. Ведь мне нужен был скраб, чтобы изучить хотя бы сачельку. Офигеть, я их расфигачил, ха-ха, сынку! На своем острове я частенько встречал каких-то прибывателей в виде бомжиков, и им явно нужна была моя помощь. Ага. Вот так вот, слышишь, а ты можешь дать мне, пожалуйста, топорик или что-то такое? В рабство? Вообще, я могу пристроить вам дом, если хочешь. Скажем так, под защитой. Тебя устроит комната здесь, смотри. Вот. Мне нравится вот тут место. Смотри, какая комнатка будет. Можно даже сделать вот так. Шикарно, слушай, это топ. Ого. Да это просто трехкомнатная квартира. Апартаменты в центре города. Смотри, как классно, то есть... И чтобы он был под защитой, мне пришлось пристроить к своему дому его дом. И это был единственный выход. Нихуя, та ты шо? Печки, если будут, можешь дать, там, или я, или Риухит поставят вот сюда. Я бегал, фармил серу, чтобы зарейдить их домик, но они сидели на крыше и постреливали по мне с АВМ. Вы стрелялись? Hello. А немного позже я даже поставил свой магазин, чтобы продавать лишние пушки за серу. Пока я бегал фармил, произошло то, к чему я явно не был готов. Чуваки из деревни начали бегать и искать мой дом. И Илья, который не знал ников моих противников, просто спалил мой домик. Я говорю, то, что там челик, короче, только что со мной базарил, хотел сказать, что он купит, короче, у нас Oil Finery, блядь, вот этот мини. Но суть в том, то, что когда он спрашивал, кто здесь живет, типа, я такой, говорю, типа, ну, я и Вакачакала, он такой, типа, о май гад, и ушел, короче, обрадовался и ничего не принес. Что-то, ну, ник там соло, что-то такое. Кто? I'm solo player? Да. Чувак, Илья, я не знаю, как выразить мое недовольство. Сейчас, потому что это челик с той деревни большой, Илья. Блядь, давай не бережать. Илья, что ты наделал? Я не знал, что это он. Илья, я что ты наделал, пальца. Скажи мне. Я били вокруг пальца. Просто давай быстрее. И мне пришлось в темпе вальса отстраивать как можно скорее мой проверенный бункер, который точно бы не зарейдили за 10 ракет. Найс. О, отлично, я как раз гантрап изучу. Ладно, фиг с ним, с этим скрабом. Я изучил все, что мне было нужно для защиты дома, и сачельку, чтобы прорейдить тот домик. Сачельку изучил. О, я могу еще на... О, мне на третий верстак еще хватает. Нормас. А также я поставил третий верстак и расставил гантрапчики. Так, ну что, настало время покрафтить бобовочки и пойти бахнуть у них... Один домик. И все остальное время я очень долго стоял на крафте. Что
чтобы зарейдить тот домик, нам нужно было знатно подготовиться, так как хозяева были в онлайне. А еще они застроили потолок, который мы выдолбили, и нам нужно было его выдолбливать снова. Кто это белый тип, смотри, убей его. Какой ник у него? Ави. Я вообще перелазить не могу нормально. Там просто shift и вперед и все. На, смотри, раз, два. Ё-моё, я их непонятно куда выбросил. Смотри, вот раз, два. Да есть у меня. Три, четыре, пять. У меня просто вот как раз было. Я, наверное, сейчас... Ладно, я так домой сбегаю. Илья остался долбить потолочек, а я побежал домой за взрывчаткой. Вот эти сачельки, немного патронов, мало ли. Сишечку обязательно. Сколько их это? 27. Долби. Блин, ну будет мясо, я думаю. И сразу электричество вырубаем от турели, слышишь? Кстати, не-не-не, тут можно запрыгнуть, смотри. Вот так, оп. Так, ну я почему-то думаю, что шкаф у них стоит здесь. Бля, он не поленился, опять турели, слышишь, провел. Все. О, тут тип мертвый. Ох, нифига тут спальников. Тут шкаф открыт. О-хо-хо! Чувак, застраиваемся нафиг. Быстро. Я где авторизовал, они не попадут в дом. Хорош, я пока сверху в окошко пылю. Чувак. И это был действительно Биг Йоник. А еще эти ребята пытались отбить свой домик. Меня повалили, слышь? Поднимешь? Меня убили, чувак. Ты жив? Да. Залутай меня. Одного убил. Эта война длилась очень долго, и в конечном итоге мы наконец-то смогли перенести отсюда ресурсы. А также в этот же день я бахнул у них ферму. Но там, к сожалению, ничего ценного я не нашел. Зато я примерно узнал, где шкаф. Позже я полностью закатал мой бункер в МВК, и зарейдить его уже было довольно сложно. И на этом первый день выживания подошел к концу. Так, я уже вижу, что меня никто не зарейдил. И это очень, очень хорошо. Зайдя на следующий день, я заметил некие изменения в моем старом доме. Кто-то снял или взорвал эти две двери. Мне подсказывают, что меня кто-то рейдил недавно. А еще на моем острове появились плохие парни. А кто вы такие? Война с ними у нас продолжалась очень долго. То они меня убивали, то я их убивал. Ну а самое главное, что долго искать их домик не пришлось. Они прям жили возле меня, в кибитке 2 на 2.
Алло, ты страх потерял? Коллекторы на моем районе вообще тут обитать, стрелять еще в меня. Ебать, чучело, нахуй, хули ты там, блядь, пиздишь? Заткнись, нахуй, ебать, долбоебина ебаная, блядь, сука. Блядь, хули ты фыкаешь, чмо, ебать, хули ты фыкаешь, чмо. Ты ж живешь в этой игре. И судя по разговору, я понял, что эти соседи не совсем доброжелательные. И тогда у меня появился гениальный план. Не, совсем не зарейдить их. У меня был план намного интереснее. Для этого я взял бензопилу и пошел вырубил весь свой лес. А для чего, вы скоро сами все узнаете. Эти челики, походу, даже не догадываются, с кем связались, но у меня есть одна хорошая идея, что я могу сделать с их базой. Я наконец-то изучил деревянную стеночку, и с этих пор начался лютейший контент. Че, дашь камни? Дашь камни немного? Не давай ему, он тут злушка сидит. Ждет тебя. Я рофлю, чувак, я рофлю, он гонит. Я слышал, как он в Дискорде возмущается. Короче, у меня для вас есть работа. Сейчас, подожди. Короче, я могу вам тут защиту предоставить, только я могу дать бензопилу. Давай. Если дерево нафармишь, я тебе могу даже оружие дать какое-то. Он от работы не отказался, схватил бензопилу и побежал фармить дерево. А моя работа заключалась в том, чтобы присмотреть за ним, чтобы его никто не убил. На, держи. Добавьте в тиму, если вы тут на острове живете, я могу вам как-то помогать, если что. И наконец, как только я докрафтил стеночки, я побежал делать загон для моих неадекватных соседей. Ну вот и все, живите в своем курятнике теперь. Вы, наверное, даже и представить себе не можете, как удивились эти ребята, когда они зашли на сервер. Чё, как оно дело, как дела обстоят? Обстановка по кайфу. не, зачем ты его убил? Шо, как вам обустройка вашей крепости? Я тут немножко ее заапгрейдил. Да нормально, блядь. Ты на этом острове, да, живешь? Да вон, я ваш сосед, я не знаю. Вы начали со мной файтиться, я даже вас вообще изначально трогать не хотел. Ну да, я с магаза прихожу, захожу, короче, на хату, и тут пиздец такой, я вообще угорал. Наш хат, наш мейн. То есть, теперь вы как бы под контролем, да, надзирательный. Ну типа да, я солидно стенку долбил и устал маленько, да. Огненными стрелами, да. Реально? 200 хп, нифига ты крейзи. Салам алейкум, друг. Здорово. Не, ну слышно, ты натуре надзиратель над этим сервером. Ну а ты как думал? Вот мой подопытный, так сказать, смотри, бегает. Подожди, он тут заспалился? Ну, без приколов, это его дом, а это мои стенки. С этим пареньком я даже немного подружился. Но помогать им выдалбливать стенку я пока что не собирался. Я решил их максимально проучить, чтобы они знали, что оскорблять это не совсем хорошо. Чё, как успехи в выжигании? Не очень. Не, ну я смотрю, ты мастер. Уже, да, благодаря тебе. Все, стрелы кончились. Опять фармить, да? Блин. Нет, не теперь ТНК надо фармить. Все остальное все. У меня их 5 штук. Хорош. Я знал, как можно избавиться от этой стенки довольно быстро и без каких-либо затрат, но все равно оставил ее, чтобы он доубил ее кирками. Мне кажется, для них это был хороший урок.
Сказать ему, что я могу это за 5 топлива сжечь или не сказать? Я сорю тебе, это вообще скучно, да? Да нет, теперь весело реально. Ну, у меня мало часов, у меня 800 часов всего. Меня первый раз застроили, типа, я когда зашел, удивился, пиздец как. Да не, я так наблюдаю за происходящим. Это как, знаешь, в мире BBC, понял? В мире животных. И тут у меня появилась еще одна шикарная идея. В онлайн зашли его друзья, и они начали в 4 кирки долбить стенку. И тогда я решил их пранкануть и поставить еще 2 слоя снаружи. Слушай, так ХП вообще нормально отлетает у этой стенки, да? Смотри, 70 ХП, нифига себе. Там осталось, я думаю. Слушай, так давай им поможем. А у тебя выучены кирки, ты можешь починить? Да, да, могу починить. Слушай, блин, это вообще топ. Долби стенку тоже, сейчас быстренько это все сделаем. Пойдем. Я застрял, они даже не поняли, что я еще там слой поставил. Вот сейчас будет... А у вас нету стола для ремонта, да? Я починил все их сломанные кирочки и отдал их обратно, так как работы у них было еще ой-ой-ой как много. Че, навалились, поехали долбить стенку. Я вам посвечу. Осталось-то долбить вот еще быстро больше. А, вот это контент, я понимаю. А, это просто лучший контент за всю историю Раста. На рожу Джонни посмотри. И вот сейчас присаживайтесь поудобнее, вас ждет самое веселое. Я тут на это очень много дамажу. Стой, не добивайте, давайте втроем добьем, тут 3 хп осталось. А то ваш друг ушел куда-то. Окей, давай. Чувак, ты в следующий раз хотя бы территорию обойди, посмотри, чтоб стен не было двойных, боже. Ай, блин, это нечто просто. Киборг убийца. Они тупо сова. Ой, бля. Ой, какая жесть вообще. Да, этот пранк был действительно смешной, но долбить стенку второй раз я их не заставлял, так как они и так ее долбили около 2 часов. Поэтому на этот раз я решил им помочь. Да ладно, это пранк, давай я тебе покажу, как его быстро сжечь. Бей ее, сзади бей. Просто так, бам, камушком. Десять топки, и ты сожгешь стенку. Потом эти ребята все же догадались, то, что в нее можно просто кидать камни и не умирать от огня. 20 хп у этой стенки, можешь ее тоже сжечь. Ну все, теперь вы умеете сжигать, как бы, ворота. После чего я ровно точно так же огородил школьников-предателей, которые меня убили на самом старте. Но там же я поставил еще и камеры, чтобы я мог наблюдать за ними прямо из дома. Вот это я понимаю. Ха-ха-ха! Я могу следить просто за ними 24 на 7. И за этими типами. Изи просто. Блин, а камеры, это ведь реально имба получается. Я очень долгое время сидел на камерах и ждал, когда же появятся школьники, чтобы запечатлеть их реакцию. И, наконец-то, они появились. Школа 1. Вроде чисто. О! А нет, не чисто.
Ха-ха-ха! Блин, наверное, грустно, когда ты появляешься и не можешь выйти. И справа бомжара крадется. Ха-ха! С двушкой. Кто это нафиг такой? Смотри, тут какая-то движуха начинается. Два бомжа и два типа на территории. Они, походу, проход пытаются делать. И там бичара сидит. Пошло дело. Эти шкелики явно недовольны. И чего я точно не ожидал, так то, что они будут долбить деревянную стенку камнями. На нафиг. Он просто лег спать, все? Я вот понять не могу. Эти бомжи тоже решили не запрыгивать на Теру, просто взяли и ушли. Судя по всему, школьникам не понравилось то, что они не могли выбраться с этой территории. И они просто взяли и ливнули. Пока я следил за школьниками, турецкий клан восстановил свой первый домик. Но все равно я был авторизован в некоторых шкафах. Убил одного. Он прям в дверях, слышишь? Кек. Easy base, easy base from Вакашака Лонда. Hello. Надо отходить, ребят. Пока я задымил у них крышу. Я добежал до дома, кильнулся, засейвил все ресурсы, взял с собой топ-сет и вернулся к этой территории. Не, туда Андрю пробежать. А как он закрыл? Были бы скоростные ракеты, я бы изи бах. Они пытались меня убить очень много раз, и наконец-то у них получилось. Чтобы начать кого-то рейдить, нам как минимум нужно было изучить ракеты. И нам повезло, возле нас пролетал вертолет. Одну секунду. Его сейчас там типа собьют, а все уже. Нормально. Идем дефать. У вас есть патроны на берданку? Возьмите, ребята, надо на вертолет идти фастом. Двоих убил.
Болтовщику в лицо дал. Это я. Ё-моё. Уходим, я залутал вверх. Убил болтовщика, убил болтовщика. Уходим. Мы можем вместе пробахать ту территорию. За забором. Она легкая. Да, конечно, давай, что, мы не против. Давай, я давай. Думаю, там ракет 20-30 и все, у них минус дом. Ну, это не проблема. Я сейчас тоже займусь фармом. Просто у нас, смотри, не версикание, изучение нет. Наконец я изучил сишки и ракеты и мог уже их накрафтить. И все остальное время я стоял на крафте XP. Смотри, на, по три ракете. Если что, не спешим, там турели. Аккуратненько все будем делать. Вначале бахаем стенку. Потом бахаем у них дверь, и потом турели бахаем. Скоростными сразу. Скоростные еще накрафчу. Так, не спешим, просто контрим. Они будут со всех сторон могут выходить, справа, слева, там еще вышка есть. Обязательно нужно палить вышку. Ваша задача, вот мы взрываем, не бежать напролом, потому что там турели. Будем взрывать турели аккуратно, все будем аккуратно делать. Вы готовы, в принципе? Всем удачи! Надеюсь, у нас все получится. Раз, два, три. Вон туда. Пусть горит. Еще одну бахаю и турели бахаю. Все, ждем, когда прогорит. Там дальше будут турели. Вот прям сразу за этой стенкой будет турель. Все, стой, хорош. Вы живы вообще, нет? Он двоих убил. Просто у них выключены турельки почему-то. Прыгай вниз. С базукой прыгай вниз и стреляй. Я не знаю, они, наверное, там сидят. Проходи дальше, проходи дальше. Следующий, прыгай. Джокер, прыгай. Смотри, там есть кто-то или нет. Джокер, прыгай, прыгай, Джокер. Нету никого? Нет. Контрите, стойте здесь и контри. Джонни, стой здесь. Джонни, стой здесь и контри выход. Шкаф открыт. Не открыт. Отойди, я взорву его. Отойди, я взорву. Мужики, тут куча лута. Надо эту дверь добахать. Отойди, дверь добахаю. Тут есть лестница, мы свободны. Тут куча лута, ребят, забирайте все, просто вот, все, что увидите, все забирайте. Так, я разрешаю спрыгивать, ребят. Разрешаю спрыгивать, спрыгивайте, лутайтесь. А, они еще подиспавнили куча всего. Кто на улице? Сори, я испугался. Прыгай вниз, лутайся. Ого. Прыгай вниз. Я шприц скинул. Прыгай вниз, лутайся. Так мы одержали победу над самым опасным кланом, который жил возле нашего острова. После рейда у нас остались еще ракетки. И я знал, куда я их могу потратить.
на дом предателей. Надо было под разрыву что-то взять. Ну ладно, пойдет. Слушай, но они меня кинули, я хочу за... Ха-ха-ха, инвентарь ко мне и тупо. О! Так это топ! Чё это нафиг? Череп майонеза. По-моему, все должны двери коцнуться. А вот и шкаф. А вот еще один спит. Что-то они бомжары, конечно. Это явно того не стоило. 180 скрабом. Ну да, три типа спят. Ну я думаю, справа уже ничего нет. Я могу что-то взять? Ведь? Или нет? Было, конечно, печально то, что они просто ливнули и даже не отбивались. Но я им оставил записку, вдруг они все равно зайдут. Ах да, забыл сказать. Перед тем, как мы шли рейдить большую базу, я познакомился с одним интересным парнем. Он был бомжиком, и дома у него совсем не было. А еще он был новичок. И я ему пообещал, что когда я справлюсь со всеми своими противниками, я дам ему свой топовый дом. Ты не понял. Ну, тут есть топ-комната, скажем так. С ловушками что? Лучше тут в компьютерах посидеть. Это, школу охраняешь, да? Да, да, да. Уже доохранялся, а их уже вычислили. И этот парень на протяжении часа сидел в моем домике и ждал, когда же я вернусь с рейда. А, ты все это время сидел, ждал? Да, я ждал. О, это тебе ничего не надо? Не, мне это ничего не надо. Ебать, тут у тебя резы, конечно. Ну это еще не все. Спасибо, друг. Да не за что там, со своими, ну точнее, с соседями там поговори. Может быть, они будут помогать тебе как-то выживать, фиг знает. Подожди, я спальник все будет? Не, поставишь, беги просто за мной. Чуть позже вернешься, тебя же никто не убьет. Тут некому убивать, в принципе, пойдем. Ну и под конец моей истории мы с ними запустили победный салют. Че, поехали? Зажигай. Да, поехали. Найс. О, понеслась. Ну все, желаю удачи тебе, дружище, и надеюсь, этот вайп тебе понравится. Пойдем, у меня осталось для тебя последнее задание. Стреляй мне в лицо. Прощай, дружище. Ну а я искренне надеюсь, что тебе этот ролик понравился и ты поставил свою оценку. И если ты хочешь меня поддержать, не забудь написать комментарий. Не предавайте тех, кто пытается вам помочь и кому вы дали обещание. И вообще, будьте чуточку добрее, ведь доброта – это признак человечности. Спасибо, что досмотрел до конца, впереди вас ждет небольшая нарезочка. Not for me, not for you.